Укрепление политических отношений и диверсификация экономических связей ложится в основу стратегического партнерства между Азербайджаном и Марокко. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу CBC сказал посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адель Эмбарш. По его словам, высокий уровень политических связей между двумя странами проявляется в виде обоюдной поддержки национальных интересов на международной арене, основу которой заложил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Политические отношения между Марокко и Азербайджаном очень хорошие, они выдающиеся. Основу этих отношений заложил Гейдар Алиев, совершив исторический визит в Марокко в 1994 году. В 2012-2013 годах обе страны были непостоянными членами Совета Безопасности ООН, и отношения между двумя странами в Совбезе были действительно на очень хорошем уровне. Сейчас обеим странам нужно стремиться достигнуть того же уровня и в экономических отношениях. По словам посла, стратегия развития экономик Азербайджана и Марокко имеет множество точек соприкосновения, что позволяет конвертировать дружественные связи между двумя государствами в стратегическое партнерство. Азербайджан и Марокко have economies that can complement each other. Азербайджан старается диверсифицировать свою экономику. Для этого страна определила свои главные экономические секторы, на развитие которых и направляются основные усилия. Это туризм, сельское хозяйство и логистика. Во всех этих сферах Марокко уже достигло значительного успеха, а сельское хозяйство является традиционным для нашей страны. Все это создает огромные возможности и большие перспективы для предпринимателей наших стран. Точки экономического соприкосновения позволят бизнес-сообществам двух стран значительно развить эти секторы экономики. Which would be mutually beneficial to both business communities, both Moroccan community and Azerbaijani community. Марокко также заинтересовано и в логистических возможностях Азербайджана. По словам Мухаммеда Адели Эмбарша, созданная в стране транспортная инфраструктура открывает новые перспективные пути торговли. Бакинский морской торговый порт и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – это новые мосты между Востоком и Западом. А созданная транспортная инфраструктура на марокканском побережье Средиземного моря позволит открыть новую транспортную ветвь, уходящую глубоко в африканский материк. У Марокко имеются транспортные платформы на побережье Средиземного моря, объединяющие африканский материк с Европой и другим миром. Кооперация транспортных систем позволит оптимизировать грузовой поток, идущий по данным транспортным артериям, а также создаст новую веху торговых отношений между нашими странами. Помимо этого, Марокко заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном и в энергетической сфере. Мы планируем построить новый газовый коридор между Марокко и Нигерией. Это крупный многомиллиардный проект, заинтересованность на участие в котором проявили многие компании. Но мы придерживаемся мнения, что компания «Сокар» имеет огромный опыт в подобных масштабных энергетических проектах. Она взрастила на них большое количество профессионалов. Это важные стратегические ресурсы, которые она может применить в данном проекте. Отметим, что Азербайджан и Марокко плодотворно сотрудничают в рамках влиятельных международных организаций. Марокко признает территориальную целостность и поддерживает позицию Азербайджана на международной арене. Фуад Байрамов, Рауф Гусейнов, CBC.